Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и я, Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Карагандинские таксисты не поддержали инициативу перекрасить автомобиль в желтый свет. Надо искоренить коррупцию и все. Кому-то это выгодно же, вот вопрос надо задавать. Кому-то выгодно, чтобы люди мучились, чтобы за ними гонялись. Кому-то выгодно, чтобы свое организовать, какой-то чиновник, какой-то олигарх. Карагандинские таксисты не поддержали инициативу перекрасить автомобиль в желтый цвет. Отметим, что с такой инициативой выступила Ассоциация безопасности дорожного движения «Общая дорога». По их мнению, машины, на которых оказывают пассажирские перевозки, будут более заметны на городских дорогах. Однако собственники другого мнения. 2 года назад подобное предложение уже поступало к карагандинским службам такси, но его мало кто поддержал. Даже были внесены изменения в правила перевоза пассажиров, чтобы принять единый цвет такси в регионах. Каждый районный центр должен сам определить его оформление. Тогда это было связано с тем, чтобы упорядочить работу официальных такси. Они должны выглядеть на уровне европейских стандартов. Подобные такси уже работают в Нью-Йорке, Греции и Турции. Но через некоторое время стало понятно, что предложение оказалось преждевременным, потому что наш рынок не был готов к переделке автомашин. И через Казахстанскую ассоциацию предпринимателей в Карагандинской области этот пункт из правил убрали. На сегодняшний день мы видим, что Ассоциация безопасности дорожного движения, «Общая дорога», они внесли предложение сделать все такси желтым цветом, потому что участились случаи нападения на граждан нелегальными перевозчиками. Но я могу сказать так, что вот именно здесь ключевое слово – это нелегальные перевозчики. А перекрашивать в желтый цвет, получается, планируется легальных перевозчиков. Карагандинские таксисты еще не готовы к новшествам, говорит председатель гильдии такси Виктор Шабанов. Такое решение должно быть принято за несколько лет вперед. Казахстанским таксистам нужно дать возможность проголосовать за вносимые изменения. Самое главное, необходимо постановление правительства. Здесь только на покушать зарабатываешь бы. Это, не знаю, это идиотизм. Кто хочет, пусть тот красит за свои деньги. Надо искоренить коррупцию и все. Кому-то это выгодно же, вот вопрос надо задавать. Кому-то выгодно, чтобы люди мучились, чтобы за ними гонялись. Кому-то выгодно, чтобы свое организовать, какой-то чиновник, какой-то олигарх. Ну, если бы мне выделили бы деньги, я бы, конечно, перекрасил без проблем. Но это же, вы понимаете, это все деньги упирается просто. И все. А так, в принципе, да, ничего плохого не было бы. Желтый цвет, такси, все вот в один тон, как бы, все нормально. Будут ли приняты поправки в закон об едином цвете легковых такси, пока остается неясно. Но уже сегодня многие организации пассажирских перевозок выражают свое недовольство о планируемом нововведении. Николай Кравец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Карагандинцы Светлана Дольцева и Алиса Дарибекова вот уже 10 месяцев не могут вернуть свои деньги. В августе прошлого года они купили путевку в Турцию у одной известной фирмы. С тех пор ни отдыха, ни денег не видели. Несостоявшиеся туристы требуют справедливого наказания. Амина Смакова более подробно. Претензии женщины предъявляют в адрес фирмы «Азалия». Заплатив приличные суммы, приехав в аэропорт, узнали, что билеты на самолет им никто не выкупил. Да и в самом отеле в Турции их тоже никто не ждет. Было возбуждено уголовное дело. 2 дня назад подозреваемая, директор фирмы, была задержана. Однако под залог в 7 миллионов тенге ее выпустили. Мы тратим свое драгоценное время, деньги. Все. Она лежит дома в своей кровати. 2 суток она посидела в ВВС. Сразу родители зашевелились. Как ее зовут? Несостоявшиеся туристы требуют справедливого расследования. Денег у нее отдать нам нет, а найти деньги на залог у нее есть. И поэтому мы, возмущенные этим фактом, пришли в суд, в наш карагандинский суд, забекбийский, чтобы обжаловать. Женщины намерены обратиться за помощью в суд. К примеру, Светлана Дольцева заплатила за отдых 10 тысяч долларов. Для нее это немалые деньги. Она требует их возврата и справедливого наказания виновным. Амина Смакова, Исламбек Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Спасибо.
Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Травм на шахтах Абайского района в этом году стало меньше. Основная причина – то, что предприятия работают не в полную силу. Многие трудящиеся сейчас под угрозой сокращения. Руководители компании оправдывают это тяжелым состоянием экономики во всем мире. Заказов мало, а значит и работы нет. Об этом стало известно на выездном заседании акима области Нурмухамбета Абдибекова в город Абай. Трехсторонней комиссии, которая отвечает за социальную стабильность, чиновники обсудили решение этих проблем. Мы сейчас не ведем речь о банкротстве или там о массовых сокращениях. Это будет июль, скажем так, разрыв у нас. Ряд предприятий Абайского района, это шахты «Батыр» и «Кировская», а также обогатительный комбинат, сейчас переживают не самые лучшие времена. За текущий год они работали не в полную силу. Если «Батыр» всего 4 месяца, то «Кировская» в 2015 году трудилась 2,5 месяца. Также в последней есть нехватка спецодежды, но это еще не самое страшное. Шахтеры рискуют остаться без работы. В июле им придется уйти в отпуск за свой счет. Эта вынужденная мера, говорят специалисты, связана с экономическими трудностями во всем мире. Резко снизилась цена на угли из-за профицита предложения на российском рынке. Ну, в принципе, это общемировая тенденция. И австралийские, и азиатские угли подешевели. Турция резко увеличила экспорт на коксующийся марк углей. Соответственно, цены пошли вниз. Сейчас руководство этих организаций ведут переговоры с российскими заказчиками. Экспорт туда мог решить временные трудности шахт. Если же ситуация, скажем, пауза затянется, то июль месяц мы будем работать в ограниченном режиме, в ограниченной занятости. В работе останется только обогатительная фабрика «Совкарагандинская» и шахта «Батыр». Травмы на этих производствах тоже не редкость, но в этом году их заметно меньше. Хотя это ситуацию не улучшает. Так, в ООШ «Баркуль-Камбе» в 2012 году произошло 12 несчастных случаев, из них 3 со смертельным исходом. В 2013 произошло 3 несчастных случая, в 2014 1 несчастный случай со смертельным исходом, в 2015 году 1 случай с тяжелым исходом. Почти такая же картина в «Кар-Угольсбыт» и «Васкамыр». Анализ несчастных случаев показывает, были нарушения техники безопасности и закона о труде. А в связи с нынешней тяжелой ситуацией есть информация о сокращении 400 шахтеров. Остальные же могут быть раскиданы по другим предприятиям. В связи с этим аким области Нурмухамбет Абдибеков дал указание не допустить массовой безработицы и взял этот вопрос под личный контроль. Аймам Ринаул, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом нашли новый способ борьбы с этой проблемой. Сказать «нет» наркотикам они решили автопробегом. 26 июня совместно с активистами общественных объединений ОСА и САУРПАК проехали по центральным улицам города. В руках у всех флажки, шарики и баннеры с призывом к борьбе с пагубным увлечением. Вместе с машинами в автопробеге участвуют байкеры. Всех их в этот день объединила одна цель – Казахстан без наркотиков. Шествие транспорта продолжилось до Центрального парка. Там для всех зрителей и участников акции выступили сотрудники специального подразделения «Орлан». Они показали захватывающие видео с приемами боевого нападения, а также фрагменты своей работы. На этом сюрпризы защитников правопорядка не закончились. Показательные выступления спецназовцев завершилось работой четвероногих и кинологов. Свое мастерство ищейки доказывала собака породы «Лабрадор» по кличке Сэра. Детское творчество тоже покорило собравшихся. Аналогичные акции в этот день состоялись и в других городах-спутниках, таких как Абай и Балхаш. Более 4000 тонн урожая помидоров и огурцов планируют собрать топарские теплицы Абайского района. Члены Карагандинской областной трехсторонней комиссии посетили объекты сельхозформирования. Эти предприятия осваивают современные технологии и дают хороший результат. Передовым опытом обещают делиться с другими фермерами. Подробности в материале Ларисы Хусаиновой.
Тепличный комплекс Абайского района с каждым годом увеличивает урожай. Если в первый год своей работы сотрудники собрали 2000 тонн овощей, то уже в этом показатели увеличились в 2 раза. Дальше больше. Для дальней транспортировки урожая имеется специальная база хранения, которая охлаждает овощи и не дает им испортиться. Благодаря введению комплекса этого в эксплуатацию было дополнительно создано 143 рабочих места. В настоящее время на нашем предприятии 250 человек работают. Это постоянные сотрудники, то есть которые в течение года всего работают. И также на период массовых сборов урожая, это где-то май, апрель месяц, когда вот это количество людей, естественно, не справляется с тем валом, скажем, продукции, которую мы получаем, мы принимаем дополнительно около 50-60 человек. Урожая хватает и для России, и для Казахстана. 50% продуктов идут на рынки нашей страны. На сегодняшний день площадь теплицы составляет 8 гектаров земли. Это в рамках дорожной карты бизнеса. В части строительства недостающей инфраструктуры нам были проведены тепловые сети. Вот, и водопроводные сети. Кроме того, в ближайшее время планируется также в рамках дорожной карты бизнеса провести электрические сети. Еще один пример успешного ведения бизнеса – крестьянское хозяйство «Шанс». Оно работает по 3 направлениям. Это выращивание картофеля, зерна и многолетних трав и животноводство. Здесь давно поняли – необходимо применять инновационные технологии при выращивании культур. Это выгодно. Мы каждый год как бы наращиваем свои площади и объемы, приобретаем очень много техники в лизинг, потому что в этом с того года очень интересно стало приобретать в лизинг технику, потому что хорошая программа субсидирования. На производстве трудятся около 130 человек. Основную и самую трудную работу выполняет техника. Посевной комплекс, почвообрабатывающий, междурядная, камнеуборочная техника. Члены Карагандинской областной трехсторонней комиссии остались довольны. Именно на таких предпринимателях держится сегодня сельское хозяйство не только Карагандинской области, но и Казахстана. Перед палатой предпринимателей стоит задача увеличить долю предпринимательства в народном хозяйстве Карагандинской области, в общем-то, индустриальной. Выращенная продукция в крестьянском хозяйстве «Шанс» почти не остается в Карагандинской области. Она уходит по межреспубликанской кооперации. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Турнир приурочен к 550-летию казахского ханства. Проходит в нашем городе уже в 8-й раз. Необычный чемпионат набирает популярность. Уже сейчас национальным видом единоборств казах-шакурец интересуется все больше спортсменов. Ибрагим Бергенов занимается ушу сайнде 4 года. Он чемпион Казахстана. Участие в сегодняшнем соревновании для него как разминка. Парень верит в свою победу. В предстоящем бою я планирую одержать победу. Участие в такого рода турнирах для меня привычное дело. Мне это помогает держать себя в форме, ведь без постоянных тренировок в спорте нельзя добиться результатов. Поединки сменялись одна за другой. Активные атаки, захватывающие приемы и очень интересные схватки в шлемах с клинками. Борьба здесь происходит нешуточная. Казахша-курес набирает обороты. Сейчас мы работаем над тем, чтобы популярность этого вида спорта выросла. Совсем недавно мы даже приглашали российских и белорусских спортсменов для участия в такого вида турнире. Им очень понравилась наша борьба. Соревнования такого характера нужны в первую очередь для молодежи, говорят организаторы турнира. Они способствуют здоровому образу жизни. Теперь в их планах провести спарринги в более широком масштабе. Айман Рина, Жасулам Окулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Участие в турнире приняли 85 полицейских из 26 команд области. По итогам соревнований в абсолютно весовой категории Туе Палуане победителем стал инспектор специального отряда быстрого регулирования ДВД Карагандинской области, капитан полиции Нуржан Халилин. Один из жителей Жанаркинского района, глава крестьянского хозяйства, наградил спортсмена ценным призом – племенным быком. По итогам первенства первое место заняла команда СОБР ДВД, второе – у команды подразделения специального назначения «Орлан», и третье место – у команды управления специализированной службы охраны «Кузет». Стоит отметить, что все победители и призеры турнира были награждены кубками, грамотами и призами, предоставленными физкультурно-спортивным обществом «Динамо». Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Аман Салболумстар.